Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео расскажу вам, как не сливаться в замечательной игре World of Tanks. Ничего здесь сложного нету. Нужно просто перед каждым выездом в опасные зоны задать себе вопрос. А что будет дальше? На каждой карте есть опасное место, куда смотрят все. Все ПТ из кустов, все артоводы туда сведены. И очевидно, что туда выезжать и просто стоять там светиться не нужно. Вот в этом бою на фоне, который вы видите на карте аэродром, выезжать в центральную дырку и стоять там светиться очень опасно. По вражеским пятачкам, которые разлетаются по всей карте, можно это понять, что там довольно-таки опасно. Причем, если внимательно играть и откладывать у себя в голове такие вот моменты, то на каждой карте вам будет очевидно, что некоторые места очень опасные и просто так там находиться в свету не нужно. Только в редких случаях, при определенных обстоятельствах, если бой уже начал развиваться к более конечной стадии, то можно уже ездить более нагло по всей карте. Но в начале и в середине боя, когда только все начинается и очень много танков по всей карте разъехалось, в такие места нельзя выезжать. Причем эти места очень очевидные и у людей много боев. Это значит, что они вообще не задумываются о том, куда они выехали, зачем они туда приехали, и никогда в жизни себе не задавали перед этим вопрос, а что будет дальше, когда я вылезу в эту дырку, ведь очевидно, что все ПТшки на красной линии стоят и смотрят в эту дыру, и только и ждут, когда кто-то в нее вылезет, оттуда даже больше прострелов нету никуда, кроме как в эту центральную дырку. То и дело, каждый бой все враги и союзники тоже частенько лезут в эту дыру на карте аэродром и сливаются. И на каждой карте есть такая вот дырка. Если туда кто-то подставляется, это очевидно, что это наиглупейший танкист, который вам мог попасться. Раскрою вам, наверное, невероятный секрет. Кто-то, может быть, уже и так догадался. Игра World of Tanks не особо-то веселая. И чаще всего приходится отыгрывать бои, такие, как вы видите на фоне. Да, в нем в целом, если посмотреть результаты боя, неплохой результат, нормальный. Нормально настреляно урона, пофармлено серебра, получены медальки, педальки, мастера. Но в целом бой был очень скучный, просто отыграно спокойно, на опыте, на ошибках врагов. Никакого буйного там рубилова не было, никакого экшена там, агрессивных позиций, поскольку... Во-первых, карта к этому располагает играть от позиции спокойно и никуда не упарываться. Потому что любая атака, скорее всего, будет наказана. Иногда карты располагают к тому, чтобы играть активно, но ситуация в бою может сложиться так, что нужно сыграть позиционный бой. Поскольку вариантов для 100% атаки результативной нету, придется просто стоять в позиции и ждать, что враги будут допускать ошибки. И такое происходит довольно-таки часто. Поэтому, если вы пришли в World of Tanks бодро весело порубиться, повеселиться и погыгыкать, повыезжать в какие-то дурацкие там дырки и просто пострелять в первого попавшегося врага, это, наверное, игра не для вас. Поскольку пока вы будете выезжать на первого попавшегося врага, скорее всего, тот, кто его прикрывает, вам насует столько, что вам придется пойти в следующий бой. И перед каждым выездом куда-нибудь нужно задать себе вопрос, а что будет дальше? Откуда в меня смогут стрелять, когда я засвечусь здесь? Там, где я нахожусь или туда, куда я хочу выехать? Это настолько простые и очевидные вопросы, которые нужно всегда себе задавать, играя в эту игру. Но никто этим не занимается. Никто вообще ничего не запоминает из прошлых боев, которые уже были. А там все уже было, это же. Это же дырка, эти же прострелы, те же самые кемпедроты кемперили с углов карт, с кустов. Уже можно было давным-давно позапоминать, с каких кустов все время по вам стреляют. В этой игре на каждой карте не так уж и много кустов, откуда в вас могут стрелять. Да и прострелы тоже очень легко понять. Откуда в вас стрельнули, на экране показываются. На мини-карте можно включить в настройках игры указку. И по ней просто определить, где находится враг, который в вас стреляет. Это настолько элементарные вещи, но никто этого не делает. Никто не пользуется простой адекватной логикой. Такое ощущение, что танкисты в игру играют не головой, а эмоциями. Башку вообще не включают. Очень часто просят меня чекнуть статистику.
И там каждый раз все время какой-то ужас. И проценты выживания низкие, и процент попадания низкий. А все почему? Потому что танкисты не могут потерпеть в хорошей позиции, подождать, когда кто-то ошибется или подставится. Не понимают, когда можно сыграть агрессивно, потому что агрессивно можно играть только если для этого располагает ситуация. Есть какая-то позиция, до которой вы можете доехать и не сдохнуть, и с нее разыграть для себя какой-то полезный результат, развить это в какое-то серьезное преимущество. Но на деле танкисты же просто куда попало выезжают, в первого попавшегося врага сливаются и все. Из-за этого нету ни процента побед, ни уронов средних высоких. Хотя просто нужно видеть бой и спрашивать себя, что будет дальше, и из прошлых боев брать подобные ситуации, которые уже были миллион раз. А у большинства много боев, но из них ничего в башке не отложилось. Так вот я играю в World of Tanks и из боя в бой наблюдаю, как люди в одни и те же дырки выезжают и просто сливаются. При этом у них много тысяч боев. Очевидно, что есть стандартные позиции, где можно в начале боя понять, что будет происходить, какие-то начальные прострелы попробовать пострелять, и потом уже развивать бой по той ситуации, которая в нем происходит. В зависимости от того, куда поехали союзники, куда поехали враги, кто сливается быстрее, союзники или враги, есть ли возможность сыграть агрессивно для того, чтобы больше результат получить и для своей команды сделать в начале боя преимущество. Потому что преимущество в начале боя и делает большинство побед. Если вы простояли весь бой и ничего не делали, то скорее всего поражение на... Если вы весь бой простояли и ничего не делали, то скорее всего поражение будет из-за вас. Не нужно перекладывать каждое поражение на свою команду. Значит, вы не успели придумать, где сыграть агрессивно и помочь своей команде победить. Накатывая тысячи боев, выезжая в одно и то же место и сливаясь, тяжело даже назвать это ошибкой. Это что-то большее, чем ошибка. Это абсолютное нежелание проявить хоть малейшую адекватность и воспользоваться логикой, которая у всех есть, но почему-то ей никто не пользуется. С вами был Барчик, играть красиво, всем пока.